Сегодня у нас праздничный день. Подводим итоги экологического проекта «Сохраним природу родного края». Символично то, что в этом зале уютном, в центре города, уже стало традицией, мы чествуем лучших наших учеников, нашей республики. Это победители олимпиад, победители различных конкурсов, чествуем талантливых наших детей. Сегодня мы подводим итоги очередному большому проекту. Хотелось бы от имени Министерства образования и науки, от имени педагогического сообщества, разрешите, ребята, от вашего имени поздравить, поблагодарить руководство Каспийского трубопроводного консорциума за ту помощь, за то, когда они находятся в постоянном контакте, помогают нам. Хотелось бы особо отметить, что координатором, исполнителем экологического проекта в Республике Калмыкия является Республиканский центр детского творчества. Это центр, который с вами непосредственно взаимодействовал. Хотелось бы особо отметить, что география нашего проекта – это вся наша республика. Сегодня мы видим на сцене практически представителей всех районов нашей республики. Особо хотелось бы отметить, что данный проект с каждым годом, начиная с 2014 года, расширяется. Если вот в 6 номинациях нашего экологического проекта в этом году поступило свыше 500 заявок от наших учеников. Сегодня мы чествуем около 100 победителей нашего конкурса. Поэтому еще раз большое спасибо представителям ГТК от имени детей, от имени педагогического сообщества. Хотелось бы пожелать, ребята, вам тоже не останавливаться на достигнутом. Дерзайте. Новых вам успехов. Спасибо. А мы переходим к